давай. В честь какого такого праздника? Привет, я Вадик Углов, это канал «Импровизация с песней», где мы сочиняем песни прямо на ходу. Ребята, сейчас мы будем искать анекдоты, вы их будете читать, но не до конца. А я буду их добивать, но песнями. Отлично. Анекдот с трех нот. Остановить меня. Давай. Шрек. Ну норм. Ну вот так вот. Понимаешь? Жизнь такая. Пригласила как-то Алла Пугачева. Короче, пригласила как-то Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным в гости Надежду Бабкину с Евгением Гором. Кто такой Евгений Гор, я не знаю. Хорошо, хорошо вечер прошел. Взрослые на кухне чай пили, а и о музыке болтали. А детям в комнате... Нет на свете злее человека, чем тот человек, который детям включил домашнее видео Аллы Пугачевой, где она без грима, потому что дети очень любят Шрека. Я не знаю, что там еще могло быть. Глубоко. Ну, им просто включили Шрек. Да, арбуз да. Порезали, Шрека включили. Смешно же, правда? Вот когда про Пугачеву, ты же смеялся что-то. Идем с мужем по гипермаркету. Рядом папа катит в тележке дочку лет 4. Девочка говорит: папа, а купи, пожалуйста, мне подарочек. И глазки делает, как катаешь Шрека, так знаешь, так... Вот. Папа спрашивает: с чего это? В честь какого такого праздника? Она такая: как? Я же девочка, а девочкам для подарков поводы не нужны. Ее папа рассмеялся, а мой муж говорит: маленькая девочка, его за... А мой муж говорит, не мой, в смысле, а муж лирической героини анекдота, говорит: ах, вот в чем твой секрет, надо выколоть тебе глаза. Нет, не угадал? Нет. Да. Все знают, чтобы подарки получать, не нужны глаза, катай Шрека, а нужно насосать. Маленьким девочкам, да? Ты еще и педофилия. Да, подожди, дети же тут. Нет, не нужно насосать, нет. Я вот сейчас задумался сейчас, а если вот они купят глаза, как у кота из Шрека, то бедный котик останется без глаз. Точно. Это жесть какая-то. Мне кажется, схема нужна срочно. Схема для тупых! Окей. Девочка ему говорит, девочка своему папе говорит: я же девочка, мне поводов для подарков не нужно. Ее папа рассмеялся, а мой муж... говорит что-то на эту тему. Ты очень помог. Окей, я вижу глубину в твоих глазах, глубину непонимания. Он как бы комментирует то, что девочки и женщины в дальнейшем часто так пользуются, потому что... У меня даже мыслишки нет. Нет. Я сдаюсь! Короче, все просто. Он ей говорит: блин, во что, с детства этому учат? И все. А, да, с детства. Да, вот, факт. Круто, правда? Давай. Гуляют как-то Шрек, Белоснежка и Дюймовочка по лесу. Идут, смотрят, поляна. Стоит дом, а на доме написано: зеркало правды. Заходит туда Белоснежка, выходит, рыдает: я на самом деле не самая красивая, оказывается, есть еще спящая красавица. Заходит Дюймовочка, выходит, тоже рыдает: я на самом деле не самая маленькая, оказывается, есть еще мальчик с пальчик. Заходит Шрек, выходит злой, как бык, и орет: все заходили и в зеркале видели что-то обидное, а Шрек выходит и орет: неожиданный конец. Это мой первый вариант. Продолжай. Выходит Шрек из... оттуда, с реакцией пышной, и говорит: ну ладно, зато я красивее, чем мамка твоей бывшей. Я ума не приложу, было бы что прикладывать. Ну, то есть я не знаю, что там. Ну, это же твой любимый тип анекдот. Схема нужна! Давай. Схема для тупых! Белоснежка выходила из себя с кем-то сравнивать. Говорит: я не самая красивая, есть еще спящая красавица. Дюймовочка тоже там узнала о том, что есть еще круче. Есть мальчик с пальчик, еще меньше. И Шрек тоже про кого-то узнал.
Кто страшнее его? Да, и это политик. И это политик. И это не Шандыбин. Кто такой Шандыбин? Кличко? Ты можешь попробовать спеть об этом, и мы узнаем. Кличко. Нет. Смотреться Шреку в зеркало очень глупо, ведь все знают, что страшнее его Степан. За***ь. Прочитаешь концовочку? Кто такой Ющенко? Это то, что сказал Шрек, когда зашел в дом с зеркалом правды. Кто такой Ющенко? Да. Хочешь? Правда, украинский политик, действительно. Ко мне в аптеку регулярно приходит дядечка лет 40, всегда покупает пачку презервативов и зеленку. Мужик заходит, у него очень грустный вид. Я тоже бы грустил. Ты его выключил. Солен для нес. Если бы мне нужно было лечить Шрека, у которого не пить, блин. Человек заходит в аптеку и кричит: ура! Я говорю: зачем тебе презервативы и зеленка? Он такой: у меня такая ролевая игра! Который партнер переодевается, странное слово, но в общем преображается в Шрека. Преображается. Это хорошо, что они безопасным сексом занимаются. Занимайтесь безопасным сексом со Шреком. Спасибо тебе, Вадик, за то, что ты такой. Вадик, спасибо тебе, правда. Спасибо тебе. Спасибо, Вадик. Спасибо, Вадик. Вадик, очень спасибо. Вадик, ты очень, очень классный. Приятно. Прям благодарю. Спасибо, Вадик. Давайте, а спасибо. Вам спасибо, что смотрите. И вам спасибо. Вы классный. Угу, спасибо. Ты справишься. Я понимаю, зачем зеленка. Нет. Серьезно? Ну. Окей. Я понимаю, зачем зеленка. Хорошо.